И благодаря вашим умениям, вашим стараниям, мы просто счастливы, потому что живем в Матвеево-Курганском районе. И сейчас я хочу вам вручить благодарственное письмо Роману Владимировичу Малей и выражаю глубокую благодарность и многолетний добросовестный труд в системе агропромышленного комплекса Ростовской области. Никто иной, как наш Рычаловский. Спасибо большое. Спасибо вам большое. Спасибо. Санечка, спасибо громадное. Ты помощник, ты умничка. Спасибо. Мы сейчас выйдем. Благодарственное письмо вручается Александру Николаевичу Олину. Правильно, фамилию, да? Спасибо большое вам. Благодарственное письмо хочу вручить Евсееву Сергею Николаевичу. Сергей Николаевич, благодарю вас. Поэтому еще раз вам спасибо за ваш труд, спасибо вам. Спасибо вашим коллективам, ну тут и руководители есть, за что, за то, как мы сработали в этом году. Я понимаю, что вот это, вот эти, что сейчас лежат благодарственные письма, это первая ступенька такая вот в этой иерархии дальнейших нарождений. И понимаю, что вы большего достойны. Ну, скажем так, на первом этапе вот это, что у нас есть, мы вам сделали. Вы работаете дальше, со своей стороны мы обещаем вам, то, что на этом мы не остановимся.